Самый простой способ похудеть. Проще не бывает. Мое утро начинается со стакана горячей воды. Именно горячей. Это уже многолетняя привычка. Это необходимо, чтобы завести обмен веществ и кровообращение. Но если после стакана кипятка еще и не есть хотя бы от 30 до 40 минут, начинается процесс активного жиросжигания. А теперь внимание. Для тех, кто хочет гарантированно похудеть без усилий и диет, пейте горячую воду перед каждым приемом пищи за 30-40 минут, без всяких добавок в виде лимона, меда и так далее. А также все остальные напитки, чай, сок, компот, морс, замените на горячую воду. Вода должна быть не теплой, а именно горячей, но не обжигающей. Во-первых, при употреблении горячей воды вы гарантированно не переедите. У вас будет лучше работать ферментация желудка. Во-вторых, согревающий эффект горячей воды стимулирует секрецию гормонов, тем самым улучшая обмен веществ. А это, в свою очередь, способствует выведению продуктов обмена веществ и токсинов. В-третьих, употребление горячей воды эффективно снимает напряжение слизистых оболочек дыхательной системы, увлажняет слизистую носовой полости. А это, как нельзя кстати, предотвращает проникновение в организм вирусов. Попробуйте пить горячую воду сегодня, и уже на третий день вы заметите, как посвежеет ваше лицо, уйдут отеки и лишние килограммы. Тут все дело в насыщении жидкостью капилляров, которые отвечают за цвет кожи, клеточное дыхание и обмен веществ. Если вы готовы к невероятным переменам, всего за 2 недели записывайте ваш распорядок дня. Начинайте и заканчивайте день стаканом горячей воды. Утром, сразу после пробуждения и через 2 часа после ужина. Замените один перекус или, если сможете, один прием пищи стаканом горячей воды. На время снижения веса уберите все напитки. Можно оставить кофе без молока и сахара. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! We'll be right back.